Здравствуйте, уважаемая аудитория! Я снова рад вас видеть на канале для взрослых и адекватных людей. Совсем недавно, в первой части нашего видео про судьбу синтетического масла и судебные тяжбы двух гигантов, мы с вами выяснили, каким же образом индустрия смазочных материалов обесценила и растоптала ценность надписи Full Synthetic на канистрах моторного масла. А также мы с вами поняли, почему в канистрах с надписью Full Synthetic сейчас продается намного более дешевый гидрокрекинг и GTL, но зачастую по цене более дорогого PAO. А сегодня мы с вами перенесемся в прекрасную страну Германию, которая, на минуточку, одна из первых в мире не только встала на защиту своих подданных, но и по-немецки жестко поставила на место глобальные транснациональные масляные бренды в рамках закона о защите прав потребителей. А самые терпеливые и внимательные из вас в этом видео получат ответ на очень важный и серьезный вопрос. Почему же в одних маслах синтетики, а именно ПАО, добавляют свыше 50%, и именно эти продукты я называю настоящими синтетическими маслами, а вот в других случаях этой самой синтетики в рецептуре ну максимум 30%, а то и того меньше, а все остальное составляет гидрокрекинг либо GTL. Интересно, почему так? Ну а тем из вас, кто считает, что только наличие официального допуска автопроизводителя либо лицензия API гарантирует вам самое высшее качество масла, думаю, будет очень интересно узнать, почему же масла, которые имеют официальные допуски автопроизводителей, по факту не могут быть полностью на PAO плюс Ester. Как вам такая новость? Итак, как я уже говорил, Германия — это единственная страна, где правительство встало на защиту своих потребителей, и именно там был брошен вызов глобальным масляным гигантам. Потому что именно в Германии решили, что автолюбители имеют полное право не только знать, но и понимать, из чего же на самом деле сделано моторное масло. И, соответственно, каждый из них может выбрать для себя честный продукт по обоснованной цене. Именно в Германии зарождается пока еще не четко, но все же разделение смазочных материалов по названиям. Полностью синтетическое – Full Synthetic, где основа базы должна состоять только из 4 и 5 групп базовых масел, а именно PAO либо PAO плюс Ester. Синтетическое. Такие масла выпускаются под терминами Synthetic, Synthetic Technology, HC Synthetic, SHC Synthetic Technology, простите меня за мой немецкий, и так далее, в которых используется гидрокрекинг третьей группы либо GTL в связке либо без четвертой группы базовых масел, а именно SPAO. И последняя группа — это минеральные, то есть минералиш. Это все остальные масла, изготовленные из смеси первой и второй групп базовых масел. Но такое разделение, как вы понимаете, случилось не просто так. А появилось оно в результате судебного разбирательства компании Motul с одной из саморегулируемых немецких ассоциаций. А под раздачу попал продукт Motul Specific 504/507 5W30, который изготовлен на гидрокрекинге, но с гордой надписью Full Synthetic. И доносился он до потребителя не иначе, как полностью синтетическое моторное масло нового поколения. А в чем, собственно, проблема, спросите вы? Ведь, как мы знаем из первой части нашего расследования, согласно ранее принятого решения в 1999 году Национальным рекламным комитетом США, гидрокрекинговое масло может считаться как Full Synthetic. Поэтому Motul, как, собственно, и вся мировая индустрия, написал на канистре своего масла гидрокрекинга полностью синтетическое моторное масло. Но в чем же тогда была претензия к компании Motul? Парни, для вас я нашел официальное решение Верховного федерального суда от 21.06.2018 года по этой интереснейшей ситуации. Давайте с вами ознакомимся вместе и изучим его более подробно, ну как это мы обычно с вами и делаем. Изначально понять, почему крайним оказался именно Motul, довольно сложно. Есть такое мнение, что именно из-за агрессивного маркетинга на рынке Германии один из немецких конкурентов подал жалобу на Motul в одну из двух саморегулируемых ассоциаций Германии. Либо в Федеральную ассоциацию нефтедобывающих компаний, сокращенно Unity, либо в Профессиональную ассоциацию по качеству смазочных материалов, сокращенно FSQ, после чего и был инициирован судебный процесс. Жесткая немецкая правовая машина, судя по решению суда, напомнила компании Motul, что когда-то давным-давно моторные масла делались из минеральных базовых масел. И состав таких продуктов состоял на 75-80% из самой базы, а 20-25% это были присадки. Все эти масла были определены Американским институтом нефти как первая и вторая группа минеральных базовых масел. Но вот в 1970 году на рынке стали появляться другие базовые масла, которые делались уже не из нефти, а более дорогим путем – полимеризации или этерификации. И вот такие масла впоследствии стали называть ПАО и эстерами. И им, соответственно, была присвоена 4-я и 5-я группа базовых масел согласно все того же API. И именно из-за того, что такие продукты получались достаточно дорогими, немецкий потребитель и понимал, а за что же он платит столь высокую цену, когда ориентируется на надпись «полностью синтетическое моторное масло». Поэтому синтетикой называли только те масла, которые были изготовлены полностью на 4-й и 5-й группах базовых масел. Ведь изготовление ПАО и эстер — это более дорогая и сложная технология в сравнении с гидрокрекингом. И разница в себестоимости производства ПАО базы отличается от гидрокрекинговой в невероятные 3,5 раза. Отсюда логично и очень важное решение немецкого суда, которое распространяется, кстати, не только на Германию, но и на Австрию и Швейцарию. И если очень кратко, то звучит оно так. Масло, изготовленное из гидрокрекинга, не может называться полностью синтетическим. А если мы с вами изучим решение апелляционного суда, то дословно оно будет звучать так. Вводят в заблуждение сведения, непосредственно не свидетельствующие о свойствах товара либо услуги, которые, однако, предполагают, что используются они только при наличии определенных черт-характеристик, имеющих значение для оценки потребителям. Это дословно юридически сложный для понимания немецкий перевод. Если перевести его на простой и понятный русский язык, то говорит он нам о том, что надпись «полная синтетика» не определяет свойства масла, но которая используется как ориентир для оценки потребителями. Читаем далее, и сейчас будет очень сложно для понимания момент. Вопрос о том, правильно ли общественность оценивает категорию продуктов, учитываемую в этих принципах, с учетом конкретных объективных характеристик, или же основывается на субъективной оценке того, что покупка более дорогого продукта в результате более сложного производственного процесса является приобретением более эксклюзивного продукта или иным образом чего-то хорошего. Это снова дословный и очень сложный для понимания перевод. Снова перевожу на простой русский язык. Здесь речь идет о том, правильно ли клиент оценивает продукт с надписью «полная синтетика» с учетом конкретных характеристик масла. Ну, либо он просто воспринимает данную надпись как подтверждение покупки чего-то эксклюзивного, хорошего и качественного. Вот на таких вот простых доводах и основывался апелляционный суд Германии при вынесении своего решения. Более того, суд постановил, что существует сформированное десятилетиями потребительское понимание категории продуктов под названием «полностью синтетическое моторное масло», которое в результате довольно сложного производственного процесса оказалось в верхнем ценовом сегменте. И такой выбор ассоциировался у клиентов с более высоким качеством и свойствами, которые и оправдывали более высокую цену таких продуктов. Поэтому потребитель вправе ожидать, что моторное масло, которое рекламируется как полностью синтетическое, будет соответствовать тем продуктам, которые клиент ранее приобретал на протяжении десятилетий на рынке под этим названием. И очень интересный момент. Вот в отличие от Национального рекламного комитета США, который решил, что синтетика — это не только технология синтеза производства ПАО, но и технология синтеза третьей группы. А как мы помним из первой части, NID под своим решением подразумевал только GTL-базу, которая относится к группе базовых масел 3+, а не весь гидрокрекинг третьей группы, который производился в конце 90-х годов прошлого века. На это баварцы сказали: парни, а мы считаем по-другому, и нам наплевать, какие в итоге получились характеристики у гидрокрекинга, который выполнен на третьей группе базовых масел. И если масло содержит значительную долю гидрокрекинга, который изготовлен из минерального сырья, значит, такое масло не может называться синтетикой, и вводить в заблуждение наших потребителей не стоит. Вот такой простой, логичный и жесткий был немецкий ответ. И вроде бы вот она, таблетка от всех проблем. Если вам крайне необходимо найти настоящее синтетическое масло, заходите на немецкий сайт производителя, выбирайте категорию Full Synthetic, то есть полностью синтетическое масло, находите свой продукт и приобретайте его в России без каких-либо проблем. Потому что у нас в России абсолютно все масла на гидрокрекинге, GTL и PAO называются как Full Synthetic, то есть полностью синтетическое масло. Но не все так просто, и, как вы понимаете, что-то пошло не так, причем пошло не так не у нас, а в самой Германии. И вот вроде бы был создан прецедент по правильному обозначению и позиционированию моторных масел, но, как говорится, был один момент. Момент касался распространения данного решения как официально обязывающего документа, который бы применялся в отношении всех производителей моторных масел, чья продукция так или иначе реализуется на территории Германии, Австрии и Швейцарии. В Германии, в отличие от англосаксонской правовой модели, нет прецедентного права. То есть судья не исходит из конкретного похожего прецедента, который создавался ранее в правовой системе Германии. Судья по всем рассматриваемым делам дает трактовку в соответствии с существующим законом. К сожалению, это решение Верховного суда касается только частного случая с компанией Motul. И вынесено было по конкретной жалобе в отношении конкретного продукта и в отношении конкретного бренда. И как итог, это решение не является официальным федеральным законом Германии. Поэтому остальными производителями оно может быть просто проигнорировано. Но по словам господина Баля, председателя судебного состава Верховного суда ФРГ, хоть немецкая система правосудия исходит из кодифицированного права, где прежде всего важен закон, но и также важна позиция судов всех инстанций. При этом суды, которые по иерархии находятся ниже, в основном ориентируются на то, что по конкретным или аналогичным делам решают судьи высшей инстанции. А федеральный суд, который вынес решение по Motul, это типа нашего арбитражного суда, то есть высшая и конечная инстанция. А это означает, что любое новое судебное заседание по надписи Full Synthetic по любому производителю моторных масел обязательно будет учитывать решение Верховного суда по Motul. Именно поэтому сознательные немецкие производители, ориентируясь на данное судебное решение в своей стране, полностью и без каких-либо вопросов поменяли название на канистрах на правильное. Другие же сделали это частично, а особо наглые пока еще продолжают продавать гидрокрекинг под этикеткой Full Synthetic. А теперь, с вашего позволения, я озвучу свое мнение на всю эту немецкую жесткую Санта-Барбару. Помните, в первой части ролика о полной синтетике в моем финальном выводе по поводу решения Национального рекламного комитета США о том, что третья группа была приравнена к понятию синтетика, был нюанс, на который я обратил ваше внимание. А именно, Национальным рекламным комитетом США рассматривался один продукт, изготовленный на одной базе, которая не принадлежала официально к третьей группе, то есть к гидрокрекингу. Речь шла о шелловской базе GTL, которая приравнивалась к группе 3+, и стояла как бы обособленно от основной третьей группы. Но рынок в целом услышал то, что ему было нужно. И так как в API официально группа 3+ не утверждена, то мировые масляные гиганты в своих интересах к названию синтетика приравняли всю третью группу, что, на мой взгляд, было в корне неверно. Ситуация по судебному решению с компанией Motul была чем-то схожа. В Верховном суде Германии также разбирался конкретный продукт конкретного бренда. Соответственно, и решение было вынесено именно по конкретному бренду и его продукту. Следовательно, компания Motul не могла далее трактовать надпись «Полная синтетика» как-то по-иному, так как нравится ей. Потому что если на канистрах была указана надпись Full Synthetic, но в составе рецептуры не были использованы базовые масла из 4 и 5 групп, то очередное судебное решение снова было бы не на стороне компании Motul. А репутационные риски из-за нового судебного дела, ну, они того не стоили. Поэтому компания Motul полностью убирает название Full Synthetic со всех своих продуктов, которые ранее продавались на немецком рынке, так как по решению суда надпись «Полная синтетика» разрешена к размещению только на канистрах, чьи базовые масла состоят исключительно из 4 и 5 групп. И даже если по МСДС в продуктах именно компании Motul будет хоть 50, хоть 60, хоть даже 70% ПАО, то по решению суда это не полная синтетика и точка, так как базовые масла в рецептуре в среднем занимают плюс-минус 80%. Именно по этой причине на официальном сайте Motul даже в фильтре нет для выбора надписи «полная синтетика» или по-другому «full synthetic». В связи с этим есть даже официальное письмо, которое компания Motul разослала всем своим дилерам. За эту информацию я благодарю Сергея из блога Drive 2. Как видим, в письме указан перечень продуктов, чьи этикетки были изменены. Также из письма следует, что рецептуры не меняются, и на остальных рынках эти масла будут и дальше продаваться как 100% синтетические. Ну и как вам, уважаемая аудитория, быть в статусе папуасов на рынке, где под видом настоящей синтетики продают то, что в цивилизованной стране считается гидрокрекингом? Но блогеры-эксперты с критическим мышлением рассказывают вам о том, что, оказывается, давным-давно разницы между синтетикой и гидрокрекингом для рядового потребителя нет. А вот суд Германии сказал, что есть. И точка. Люди, приближенные к индустрии смазочных материалов, поговаривают, что якобы аналогичный суд был и по компании Mobil. Иначе не объяснить, почему же на немецком сайте все их продукты идут под названием как SHC синтез. Это такое обозначение технологии смешивания базовых масел, ну, по-другому, по-русски говоря, это маркетинг. Я не нашел какой-либо информации о таком суде и был ли он, но, скорее всего, его не было, так как это вызвало бы серьезный общественный резонанс, и мы с вами, конечно, бы об этом узнали. Тогда одно из двух. Либо Mobil сам принял осознанное решение, либо получил предупреждение от контролирующих ассоциаций, которые взяли на себя обязанность ревизоров по исполнению прецедента Верховного германского суда по итогам разбирательства с компанией Motul. И молча просто все исправил. Кстати, так поступило подавляющее число компаний, которые производят и продают свои моторные масла на рынке Германии. Но не все. Об этом, например, пишет компания Liqui Moly. В отличие от компании Liqui Moly, некоторые конкуренты считаются с данным требованием, однако не совсем точно. Как тонко. Поэтому в Германии, Австрии и Швейцарии надпись «Full Synthetic», оно же Full Synthetic, или по-нашему полностью синтетическое моторное масло, ответственными производителями наносится только на те продукты, которые действительно сделаны на ПАО, либо на ПАО плюс Ester. Но я уже вижу, как мои оппоненты пишут гневные комментарии, мол, парни, смотрите на этого производителя или вот на этого производителя и у того производителя, вот у них на немецком сайте выбирается масло как Full Synthetic, а по МСДС базового масла на ПАО может быть и меньше 50% и порой гораздо меньше 50%. Но вот, чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно разобраться в одном очень тонком и щепетильном моменте. Поэтому далее я озвучу исключительно выдуманную историю, которая, будем считать, мне приснилась, а все совпадения с реальными компаниями случайны, а события вымышлены. Итак, что же мне приснилось? Жили-были, не тужили немецкие производители смазочных материалов. И вот как-то в одно прекрасное утро встали они не с той ноги в плохом настроении и решили: хватит. Неправильно наблюдать за тем, как на рынке, на нашем рынке под названием Full Synthetic впаривают честному народу дичайший и дешевый гидрокрекинг, а дерут с него 3 шкуры, как за настоящее синтетическое масло. Подумали и собрались несколько известных немецких производителей масел и решили, что нужно весь этот бардак как-то заканчивать, и создали такой некий свой кружок по интересам. Выбрали самого агрессивного конкурента и подали на него в суд. Суд, конечно, выиграли, но почему-то расстроились. А расстроились они вот почему. Оказалось, что теперь судиться придется с каждым конкурентом, который проигнорирует предупреждение, направленное в его адрес от этого кружка по интересам. И второй момент. Оказалось, что чересчур увлеклись и малость переборщили с трактовкой процентного наличия ПАО и эстеров, которая позволяет писать заветную надпись Full Synthetic, то есть полная синтетика. А я напомню, что в таких маслах должна быть только ПАО или ПАО плюс эстер база. Беда! Что же делать? Опять собрались немецкие производители в свой кружок по интересам, посидели, подумали и решили, что благодаря своим местным возможностям и связям неплохо было бы в ближайшее время всю эту ситуацию с названием Full Synthetic протащить в какой-нибудь обязывающий всех федеральный закон и закрепить наличие ПАО и Ester в рецептуре на законодательном уровне, к примеру, не менее 50%. Пока точная цифра остается открытой, но не менее 50% это уже будет точно. И вот на этом моменте меня попросили удалиться с совещания немецких производителей масел, этого кружка по интересам, и я от расстройства, конечно же, проснулся. Но запомнил один момент, что настоящим синтетическим маслом будет считаться продукт с содержанием ПАО не менее 50%. Предположим, что вся эта ситуация произошла в реальности, а не в моих сновидениях. И я хочу сказать так, я бы полностью поддержал бы данных инквизиторов, потому что именно они прекрасно знают свойства ПАО куда лучше тех экспертов, которые с экранов мониторов рассказывают нам о том, что если ПАО в рецептуре больше 50%, то это абсолютно ничего не означает. Столько не нужно, и в этом вообще нет никакого смысла, и масло вообще это сложно компонент, и ПАО куда в меньших процентных количествах будет абсолютно предостаточно в любых условиях, в любом моторе. Знаете почему? А потому что технологи мировых корпораций все просчитали, и им нет оснований не доверять. Вот так вот. Но давайте вернемся в реальность. Как вы уже поняли, на данный момент надпись Full Synthetic в Германии, помимо ответственных производителей, вполне официально могут наносить и те, кто разливает свои канистры гидрокрекинг, но до которых еще не дошли руки данных ревизоров. По факту предупреждения от саморегулируемых ассоциаций можно игнорировать до тех пор, пока они на вас не подадут в суд. Но опять же, во сне мне приснилось, что если вы являетесь членом данных ассоциаций и платите вовремя членские взносы и, конечно же, добровольные пожертвования, то руки до вас дойти могут ой как не скоро, так как мы уже знаем, что решение Верховного суда не является для всех обязательным. А сейчас соберитесь и слушайте очень внимательно. Если название Full Synthetic на этикетке на данный момент все-таки не является стопроцентной гарантией того, что на самом деле залито в канистру, то против другого документа отраслевого института никто не попрет. Есть такой документ номер 1509 от Американского института нефти. Кстати, аналогично есть и у европейской организации ATL, в которых присутствует очень интересный раздел Base Oil Interchange. Суть раздела в том, что API и ATL в рамках разрабатываемых типовых рецептур производителями пакета присадок, благодаря которым можно получить лицензию от API и официальные допуски от автопроизводителей, допускают. Первое. Замену сертифицированного производителя базовых масел, например, южнокорейского производителя гидрокрекинга U-Base на финского производителя NexBase. И второй пункт, сейчас очень внимательно. Замену процентов базового масла в типовой рецептуре путем увеличения или снижения процентов в рамках определенного утвержденного количества. Я думаю, не все поняли, о чем идет речь в последнем пункте. Тогда смотрите вот на эту таблицу. Что вы тут видите? А видите вы то, что по ПАО есть конкретные ограничения в типовой рецептуре, не более 30%. А если хотите больше, то будьте любезны, производители масел, пройдите стендовые испытания. Но производители масел с рецептурой, где содержание ПАО более 30%, этого делать не будут, потому что стендовые испытания это очень долго и самое главное это очень и очень дорогостоящее мероприятие. А тем производителям, которые используют типовые рецептуры, разработанные и предоставленные производителями пакетов присадок, например, Afton либо Infineum, с наличием ПАО не более 30%, не требуется прохождение никаких стендовых испытаний, достаточно иметь специальный OEL-код, который является основанием для получения лицензии API и официальных допусков автопроизводителей. Я думаю, что сходу все равно не все уловили, о чем шла речь, поэтому я поясню еще раз этот очень важный момент. Готовы? Масла, которые числятся в списках API или в допусках АМ производителей, не могут иметь ПАО в своей рецептуре более 30%. Не могут. И у некоторых, наверное, сейчас мир рухнул. и масло с полки, которое он продает в магазине. И чтобы больше он не сформировался в неправильном виде, обязательно посмотрите мои 3 части о мифах про официальные допуска автопроизводителей. Ссылки на эти части будут в описании. После просмотра вы будете по-другому смотреть на всю систему лицензирования и получения допусков, а также на существование отраслевых институтов, разрабатываемые там стандарты и на всю ту чушь, которую вам с умным видом рассказывают магазинные эксперты с 12-летним стажем, не имеющие никакого отношения к смазочной индустрии и не понимающие, как работает эта система изнутри и как применяются на практике документы отраслевых институтов. Такие эксперты строят свои умозаключения только на 3 столпах. Нельзя не доверять отраслевым институтам, потому что они хорошие. Нельзя не доверять технологам мировых корпораций, потому что они умные. И нельзя, конечно же, не доверять инженерам автомобильных концернов, потому что они опытные. Раз ограничили ПАО в 30%, значит этого достаточно для всех, любых условий и точка. А, да, чуть не забыл. Еще можно верить цветным брошюркам автопроизводителей с красивыми машинками. Ну, раз там написано... правильно, значит тоже нет оснований не доверять. Но как видите, все оказалось совсем по-другому, совсем не по-простому. Впрочем, давайте вернемся к нашей сенсационной новости. Как вы уже успели понять, если есть официальный допуск от AEM производителей или лицензия от API, то что бы ни писали в МСДС сами производители, кстати, данный документ мы подробно разберем в 3 части, то по типовой рецептуре в масле у таких производителей с допусками будет не более 30% ПАО. Иначе такой продукт не прошел бы формальную процедуру получения AEM допуска либо лицензию API, так как полученный производителем масла специальный OEL-код от производителя пакетов присадок не предусматривает на данный момент в типовых рецептурах наличие ПАО свыше 30%. Но вижу, что вы мне не верите. А давайте возьмем и проверим. Идем, например, на сайт Rove, выбираем продукт с названием Full Synthetic и проверяем наличие их на сайте автопроизводителей. Например, продукт High-Tech Synteres SAE 5W40 и возьмем еще в пару High-Tech Synteres SAE 0W40. Но на сайте Mercedes-Benz с допуском 229.5 их почему-то нет. Идем на сайт Liqui Moly и также проверяем допуск Mercedes-Benz 229.3 у продуктов Syntoil Energy 0W40 и Syntoil Energy 5W40. И возьмем еще Syntoil Long Time 0W30. Бам! А снова нет. Ну а дальше вы можете проверять допуск у вашего продукта самостоятельно в режиме онлайн на сайте Mercedes-Benz. Ссылочка будет в описании. Как мы видим, у порядочных производителей все честно. Нет официального допуска, но есть ПАО в канистре больше 30%. Ну и, кстати, по МСДС это тоже видно. Если ПАО в рецептуре более 30%, то в системе лицензирования и официального допуска от автопроизводителя у такого продукта нет и не будет. Хотя один допуск от одного автопроизводителя уже нарушает данную таблицу. Это типовая рецептура по 0W20 с официальным допуском 508/509 с ПАО куда большим содержанием, чем обозначены в отраслевых документах 30%. Но здесь вероятнее всего Volkswagen, SAE и ATL данный вопрос уже каким-то образом решил. Но самые вдумчивые и внимательные из моей аудитории, конечно же, напишут: Артем, а как быть в том случае, если у продукта есть официальный допуск автопроизводителя, либо лицензия API и надпись Full Synthetic на канистре? Как я уже говорил ранее, любой производитель, имеющий желание получить лицензию API или официальный допуск от автопроизводителя, должен беспрекословно выполнять требования отраслевого документа. Но не обязан, пока не обязан, выполнять решение Верховного суда Германии по надписи Full Synthetic. То есть у него может быть официальный допуск, который ограничивает содержание ПАО. И ПАО действительно будет не более 30%. Но при этом без какого-либо риска, ну пока без какого-либо, он может разместить надпись Full Synthetic, которая подразумевает наличие ПАО свыше 50%. Но эта надпись будет ровно до тех пор, пока за ними не придут ревизоры из саморегулируемых ассоциаций и не сделают им жесткое немецкое «ай-яй-яй». Кстати, опять же, по инсайдерской информации, есть на немецком рынке такое мнение, что если в составе используется не менее 60% PAO, то тоже можно написать надпись Full Synthetic, и указанные господа из саморегулируемых ассоциаций с претензиями к вам не придут, так как все-таки PAO в составе есть, его более 50%. Да, пока надпись Full Synthetic — это пока не стопроцентный ориентир по определению стопроцентной базы на PAO, но наличие официального допуска автопроизводителей или лицензия API — это как раз та самая черта, которая на 100% говорит вам о том, что в масле, сделанном на типовой рецептуре, не может быть PAO более 30%. Это легко запомнить, и для многих эта информация действительно станет полезной. Поэтому те, кто досмотрел до этого очень важного и ключевого момента, не забудьте поделиться этой информацией с друзьями. Я думаю, им тоже будет интересно узнать о таком маленьком, но очень важном лайфхаке. Ну а как вы поняли, если есть надпись Full Synthetic и имеется официальный допуск автопроизводителей, значит, к этому продукту у вас должны появиться дополнительные и немаленькие вопросы. Ну а как мы с вами уже знаем из первой части, именно крупные нефтяные корпорации, которые производят в огромных количествах более дешевый гидрокрекинг и GTL масла, напрямую были заинтересованы в исключении из отраслевых документов API и SAE расшифровки понятия синтетика, а также введение ограничения в типовую рецептуру PAO на уровне не более 30%. Но почему же фигурирует именно такая цифра PAO не свыше 30%? На этот вопрос мне очень сложно ответить, потому что это слишком большая тайна, которая нам всем неведома. Но это точно не принятое решение какими-то там супертехнологами, которые в своих секретных лабораториях все рассчитали. По одной простой причине. Потому что в первой части своего расследования я уже показывал, что вплоть до середины 2000-х годов все мировые производители смазочных материалов производили продукты на PAO, которые доходили до 100% содержания базы. На мой скромный взгляд, если рассматривать конспирологию первой части, то введенное ограничение PAO на уровень в 30% это был как раз тот рубеж, который не позволял компании Mobil возродить снова массово масла, которые были изготовлены полностью на синтетической основе, и стать возродившимся гегемоном в данной нише продуктов, как это было в 20 веке, с которым опять никто не смог бы ничего сделать и не смог бы конкурировать. В связи с этим мировые производители присадок Afton, Lubrizol, Arnait, Infineum не разрабатывают теперь типовые рецептуры на PAO, где этого самого PAO в составе может быть более 30%, как раз из-за того, что есть определенные рамки по количеству PAO, установленные отраслевыми институтами, превышение которых не позволит производителям масла впоследствии автоматом получить лицензию API или допуск AEM производителей. Ну а раз так, то производителям пакетов присадок нет никакого экономического смысла разрабатывать такие дорогостоящие рецептуры, так как они не будут пользоваться повышенным спросом, а значит, инвестиции не отобьются. Но вам же сказали, что гидрокрекинга вам будет достаточно, ну и поэтому вы не хотите покупать настоящие синтетические масла. Они дорогие, они редкие, а сейчас их вот так вот вообще массово-то и не найдешь. И в третьей части я постараюсь показать, как можно приблизительно понять, какой вы приобретаете по качеству продукт, какой используется состав, какое процентное соотношение PAO либо Ester есть в этом масле. Поэтому тем, кто готов погрузиться в это, осилить сложную техническую информацию, именно для вас мы готовим третью часть. Не пропустите.